думаю, что нет, потому что вопрос политики – это спорный. И то, что мы приняли один закон, это еще не делает нас европейцами, потому что много недоделок и ошибок еще есть. Считаете ли вы себя настоящим европейцем? Я считаю себя украинцем. Ну, теперь и европеец получается. Да. А вы будете его отмечать? Да, мой колледж принимает участие. Ну, придем на советскую, посмотрим, как будут танцевать. Здесь же парад, кажется, должен быть. А вот вы сейчас узнали, вы будете отмечать этот день? Наверное, нет, потому что у меня работа выше крыши. То есть выходных редко, потому вот. Да. Ну как, идут торжественно, встречают этот день, празднуют, ну как-то более встречают этот день. Как обычно, 1 мая, 9 мая, все же тоже вышли на парад, типа как должны отдать должное, правильно? Да нет, что. У меня был работал, у меня не было, когда 9 мая отмечать, что мне День Европы. Да, об этом я знаю, конечно. Да. Будете отмечать? Ну, как вам сказать, в плане того, что это какой-то супер большой праздник для меня, ну, я не знаю. Я рад, что такие происходят у нас праздники, потому что, на мой взгляд, в последнее время вот эти вот парады европейских стран, которые задействуют и школьников, и студентов города Николаева, они, в принципе, очень классные, потому что, во-первых, это общение между ними, во-вторых, это действительно прививание другого уровня культуры для этих же, для этого же молодого поколения. И с этой точки зрения я очень за этот праздник рад. А отмечать это как какой-то глобальный праздник, ну, наверное, я совру, если скажу, да, я сейчас пойду отмечать День Европы. Это праздник, каждый выбирает для себя. Я думаю, что это неплохо, как минимум так.